Ребят, всем привет! У меня есть пару минут, пока никого нет, я решил поиграть. Brawl Stars — моя самая любимая игра. Если у вас тоже, ставьте лайк. Посмотрим, сколько нас таких. Так, соберем все жетончики. Ух, как же меня давно здесь не было. Так, посмотрим, какие там есть акции. О, смотрите, новый боец Куик и подарок монетки. Да, 16 монеток, ну ладно, хоть что-то. Ребята, а у кого уже есть новый боец Куик? Расскажите, напишите в комментариях. Смотрите, а здесь новые скины появились. Мне хватает на Шелли Бандитку и на позолоченного Барли. О, или можно купить большой ящик. А пока я куплю очки силы для Фрэнка. Он вообще мой самый любимый боец. Он такой большой и так даст своим молотом. Мало не покажется. Так, у меня много квестов, даже не знаю, с чего начать. Начну, пожалуй, с парного столкновения. Точно. Лишь бы напарника дали нормального. О, я играю с Эмс. Эмс Валерий. О, все, бежим. Давай бежим, бежим. Я пока тут баночку подберу, они не помешают для прибавки силы. Ну вот, Кольт шмякнул мою Валерию. Ой-ой-ой, надо убегать. Уф, ульта меня спасла. Берем еще одну банку. Вот, все. Ну что, давайте, кто на меня? Ой, нет. Фу, Эмс меня спасла. Вот это я понимаю, напарник. А я пока здесь посижу, отдышусь. Ой, ее опять шмякнули. Я тогда пока вот здесь вот погуляю, подрегенюсь. Вот так вот, ля-ля. О, столкновение. В атаку. Привет, Валерия. Ты уже здесь? Пошли в бой. Давай за мной, пошли. Да шевелись же, Эмс, не будь трусихой. Посмотрим, кто против нас. Против нас бой и Шелли. Кто кого? Решающий бой, сейчас решится. О, вовремя ульта. О, снова бы прикончил мою Эмс. Я пока вот сюда, вот, пожалуй. О, нет, двое на одного. Нечестно, отступаю. Нападаю. Ха, рано радуешься, Шелли. Получай, давай иди поближе, пернатый. Сейчас я тебе перышки-то повысипываю. Ой, мы шмякнули друг друга. Но все равно мы выиграли, потому что мой напарник вовремя появился. Ура, первое место. 9 кубков в копилочку и выполненное задание. Круто, напряженная была игра. 250 жетончиков, неплохо. Мне, наверное, какой-нибудь ящик выпадет. Может, даже мегаящик. Или, может быть, очки силы. Сейчас посмотрим, что мне попадется. Так, о, вообще гемы. Ну ладно, 10 кристальчиков. Ну и ладно, и то хорошо. А скоро у меня будет 8 бит. Я его так жду. А пока у меня 27 бойцов. Давайте посмотрим на них. Вот, точно говорю, 27. А сколько, ребята, уже у вас? У меня вот Тик есть, например. Он вообще мины разбрасывает вокруг себя. А на суперударе вообще свою голову. А еще вот есть Гейл. Гейл — хроматический боец. Он просто сдувает противника. Короче, тоже классный гигант. А вот еще Шарфик. Он же Эдгар. Эпический боец. Я думаю, есть у всех. А вот этот вот Фрэнк. У Фрэнка у меня два гаджета. Он оглушает противника. Бамс, бамс и все. А это зачем-то снова Тик нажался. Тика я не хотел нажимать, я уже ему показывал. Хотел. Вот Динамайк. Динамайк разбрасывает динамит направо и налево из своего большого рюкзака. А если бочка с динамитом прилетит, вообще, вспоминай, как звали. Вот такой веселый старичок. Кто еще у меня есть? Еще у меня есть Пайпер. Вот такой вот у нее есть зонтик, который превращается в снайперку и меняет наряды. Ну, девчонка, одним словом. Листик,
Ты опять за телефоном сидишь? А я уже все. Я показал ребятам своих бойцов. А еще смотрите, какого мы Леона и мегаящик нарисовали 3D-ручкой. Если вам нравится, ставьте лайк и пишите в комментариях, кого нам нарисовать из бойцов еще. Листик, а у меня для тебя подарок есть. Для меня? Какой? Ящик из Бравл Старса? А что в нем? Я не знаю. Открываем? Конечно, открываем. Давай, открывай скорее, не томи. Ребята, поставьте лайк, чтобы там попалось что-нибудь классное. Ну что там? Что там уже? Рука, нога. А кто это? О, да это же Леон. А знаешь, как я его узнал? Как? По чупа-чупсу. А, ты прав, Листик. Мне он так нравится. Спасибо. У меня еще не было никогда фигурки из Бравл Старса. Ребята, если вам тоже нравится, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Нам будет очень приятно. Листик, а ты куда убежал? Сейчас приду. Листик, как всегда, убежал, даже ни с кем не попрощался. Да пришел я уже, пришел. Только пришел не Листик, а угадайте кто. Правда ведь, ребята, похож. А раз похож, подписывайтесь на канал. Пока!